А что, собственно говоря, с Гусейном Гасановым? Какой бы он охраны не был, его ничего не поможет, не спасет. Его счастье, что я ему не поставил на место одной пощечины. Это чисто чертовский вариант. Чего там разговаривать? Там нужно топтать. Расул, собственно, хотели, да, уже точку в этом разговоре поставить. А что, собственно говоря, с Гусейном Гасановым? Да. Знаешь, говоря правду, обидно, что рискнул жизнью за какого-то, ну, можно сказать, тот на период он был моим другом, мы общались, да. Обидно, что этот человек даже не оценил, что я ради него какой шаг сделал. Мне просто обидно, что я рискнул жизнью за человека, хотя он должен был на этом месте оказаться. Я этот период, когда он шел, его, когда его ушли, делать то, что с ним должны были делать, я перебил это. И как бы этот лохмаед там не говорил, это все по-другому все было на самом деле. Он его за шкирак вытаскивал. И я в этот момент период сбил, и он меня за руки схватил. Я в этот момент его просто с локтя отдал, потому что я не понимаю, когда незнакомый человек меня за руки берет. Я оттолкнул его, как взрослый человек, говорю, эй, иди своей дорогой, говорю. Вот так вот и свидетели были, все это видели, понимаешь, и видео даже было. И говорит там, что он, блядь, там играет на эту камеру, это чисто чертовский вариант. А по поводу него, Гусейна, я надеюсь, что у него совесть заиграет, и он одумается. А то если я игру... Не хочу этот эмоции показывать. Мне обидно, что я рискнул ради на тот период друга, но он на самом деле оказался редиской, по сути, потому что я не понимаю, когда человек пользуется своей известностью и унижает людей. Где мы не были, в кафешке, там еще где-то. И из-за этого мы перестали общаться, потому что меня взбесило, что он к официантам относится как ко второму сорту. И это все люди знают. И его счастье, что я ему не поставил на место одной пощечины, а то, что я ее дам, он уже и так еле стоит. Так же. Что я сейчас дун на него, он улетит, что потом? Не будет Гусейна Гасанова, не будет его геликов и всех и розыгрышей. Надеюсь, его совесть заиграет, и он исправится. Вот и все, что я ему говорю. Так, друзья, в эту паузу хотел поделиться информацией исключительно для тех, кто увлекается ставками на бокс, ММА, кулачку и прочие единоборства. Беспроигрышная ставка до 3000 рублей по промокоду SAVE3 для всех новых клиентов от нашего партнера BetCity доступна прямо сейчас. Регистрируйся с промокодом SAVE3 и забирай бонус. Ссылочка в закрепленном комментарии. Но у вас дружба на том моменте прервалась, да, я так понимаю? Прервалась, когда я увидел, как он относится к людям, и все. Я его просто сразу на место поставил и дал понять, что он со мной так не будет себя вести, и все. Извини, а это когда было, Расул? Было до этой истории, и после этой истории, там, когда я за него заступился, и все, он приехал в больницу своими 40 зубами золотыми, там, этими, как их, белыми. Венеры, да. Пофоткался и убежал, и все, больше я этого почти не видел. И единственное, что он мне сказал, его зацепило, что я отписался в Инстаграме. Детский сад «Ромашка», вот и все. Надеюсь, его совесть заиграет, либо при встрече она точно заиграет. Ты думаешь, он должен... Какой бы он охраны не был, его ничего не поможет, не спасет. Он никто и ничто, он будет просто за счет людей бабки делать, кидая их. Вот и все. Я это знаю. Мне это достаточно. Я просто не понимаю таких людей, я просто другого фокуса человек. Я отношусь к тем, как относился, хотя бы, чтобы относились ко мне. А не стал бы вверх-вниз, там, понимаешь, делить там по... Уровню социального. Да, это мерзко, я таких людей ненавижу. Расул, ты после этого нигде не пересекался, не видел, вообще никаких контактов не было? Виделся один раз, и он мне начал ныть, что я от него отписался в Инстаграме, вот и все. Что мне еще добавить? Если для него это все, то для меня это вообще ничего. Если люди сейчас определяют по Инстаграму своих друзей, то это мерзко. Что мне еще добавить? Он должен обратиться, ну, выйти к публике с обращением. Он должен признать свою ошибку, и как мужчина должен исправить свою ошибку, если он мужчина. А если он воздух, который он есть, маленький воздух, то он и будет таким же воздухом по жизни. И у никакие там его определенные связи, куда бы он ни полез, там даже эфиры, там, куда он включается, не помогут ему. Он был воздухом и остается воздухом для меня. Просто мне обидно, когда люди ставят выше себя критерии, это ненормально по мне. Я человек и вырос на улице, и я стараюсь, что нужно относиться так, как хотел бы, чтобы относились к тебе. Это ко всем. Потом вы видите меня, знаете меня. Мне больше нечего добавить. А почему после поражения, точнее, решил обратиться к Лахме? О чем я обращаться до? Я после боя обратился, дал понять, что он пёс и все, что мне еще нужно. Я просто не хочу об этом говорить, об этой даже говне, которая не стоит этого всего. Мне как бы, я не вижу смысла вообще об этом говорить. Он не стоит этого вообще, по сути. Он бы кто? Он никто есть, по сути, пёс и все. По чьей-то команде гавкает, по чьей-то команде кусается и все. Пускай так же гавкает по чьей-то команде, и так же пёс всем остается. Я так сказал на пресс-конференции, что когда ты будешь драться, ты будешь не лицо Искандара представлять, а что-то другое лицо. Представлял ли ты что-то другое лицо? Ну, это трудно. Представить того, кого нет. А если было бы, я думаю, там все по-другому все было бы. Расул, а было такое, что вот эта подготовка, ну, из-за всей ситуации вокруг вас, она была такой сложной морально? Да нет, что тут сложного? Что, я самое сложное прошел, а что сейчас сложного? Смотрите, как собака лает.
сказать. А будете добиваться личной встречи? Нахрен нам не нужна. Если она лично будет, ее уже не будет уже. Чего там разговаривать? Там нужно топтать. Там все равно есть люди, ну, очень много людей, которые поддерживают. Послушай, его. Те снимки, понять? Которые он создал, он подготавливался. Он снимал ее на протяжении 7 лет. За счет 7 лет выскочил и еще показывает себя таким. По сути, он никто и ничего. Я могу ему... Я, что мне объяснять? Я думаю, по разговору, по его долновскому разговору, все и так понятно. Нормально адекватным людям увидят, когда как человек как разговаривает, и они поймут, кто он и что он. Вот и все, что мне объяснять? И давайте поменьше этому вниманию черту отдавать. Давайте вот Правде, там, другим боксерам, даже Искандеру можно отдать почести. Он красивый, красавчик, что у него было, красиво. А то вы о каком-то черте общаетесь, я не вижу смысла о нем общаться. Что, больше нечего делать? Больше другой техники не демнут, что ли?